новейший истребитель разбился в 120 километрах к северу от Комсомольска-на-Амуре при выполнении испытательного полета. Как сообщают источники в военном ведомстве, российский истребитель пятого поколения Су-57, который 24 декабря разбился в 120 километрах к северу от Комсомольска-на-Амуре, планировалось передать воздушно-космическим силам до конца года. Причиной происшествия мог стать отказ системы управления при выполнении испытательного полета. Эта версия в качестве одной из приоритетных рассматривается специальной комиссией, которой предстоит определить, что привело к чрезвычайному происшествию. Помочь экспертам в этом должны данные бортовых самописцев и доклад летчика Су-57, который успешно катапультировался и не получил травм. Гусь, я теряю контроль, ты слышишь меня? Он неуправляем. Я ничего не могу сделать. Сцепление выходит из строя. Нравится. База, у скитальца проблема. Они попали в болт. Высота 8000. 7, 6000. Скиталец, уже 6. Пусть меня придавило. Я не могу достать до кнопки катапультирования. Пусть, придется тебе нас вытаскивать. Я не могу достать до кнопки катапультирования. Жми. Я пытаюсь. Давай, быстрее. Следи за куполом кабины. По счастливому стечению обстоятельств не оказалось жертв и разрушений и в месте падения самолета. Электронный отказ. Как сообщили знакомые ситуации источники в оборонно-промышленном комплексе и военном ведомстве, в настоящее время рассматриваются две основные версии потери самолета – человеческий фактор и отказ бортовых систем. Одной из возможных причин чрезвычайного происшествия собеседники назвали отказ электронно-дистанционной системы управления самолета ЭДСУ. Система могла выйти из строя в результате отказа одного из ее компонентов или сбоя программного обеспечения. С помощью ЭДСУ осуществляется управление летательным аппаратом, пояснил герой России, летчик-испытатель Сергей Богдан. Сергей Богдан – заслуженный летчик-испытатель, полковник запаса, герой России. Служил в Монголии и в морской авиации Черноморского флота. С 2000 года – летчик-испытатель компании «Сухой». Освоил более 50 типов и модификаций боевых самолетов. В процессе полета ЭДСУ передает управляющее движение летчика или системы автоматического управления с помощью электрических сигналов на органы управления. Аэродинамические рули или устройство отклонения вектора тяги. Поэтому на Западе для нее принята аббревиатура FBW – Fly by Wire – управление полетом по проводам. Она начала внедряться в 70-х годах и в настоящее время используется не только на военных самолетах, но на гражданских лайнерах и даже на некоторых типах вертолетов. По словам Сергея Богдана, ЭДСУ имеет множество преимуществ. Например, избавляет от необходимости использования жестких тяг между органами управления и рулевыми поверхностями. Это позволяет серьезно экономить в весе и объеме планера, что особо ценится в авиации. Непосредственно рулевые поверхности отклоняют электроприводы. Использование ДСУ позволяет достичь боевым самолетам высокой маневренности и эффективности, а гражданским – улучшить экономичность и производительность. На Су-57 – многоступенчатая система защиты от ошибок пилотирования, рассказал представитель военно-промышленного комплекса, знакомый с ситуацией. Она не позволяет загнать самолет на критические режимы полета. За счет бортовых компьютеров и двигателей с изменяемым вектором тяги машину можно вывести из самых сложных ситуаций.
Летчику достаточно нажать кнопку, и система управления вернет машину в горизонтальный полет. Вот, к примеру, Су-57 делает разворот и переходит в управляемый штопор. Мы уже говорили, что для большинства других самолетов штопор – это падение, а для Т-50 – полет. И что важно, даже выйти из штопора наш герой может сам, без помощи летчика. Насколько меняется внимание летчика, вот, например, в той же кабине Т-50, когда он летит с обычными перегрузками рабочими и вдруг выходит на какие-нибудь предельные, там, 7, 8, 10 же. Вообще перегрузки боевого маневрирования приводят к различным изменениям функционального состояния, которые вот по классике характеризуются от начала развития серой пелены, туннелирования зрения и вплоть до развития черной пелены. Черная пелена – это потерял сознание? Это еще предвестник потери сознания. Есть неопределенный период задержки между этим, и где-то после 4 секунд возникновения этой черной пелены происходит потеря сознания. И тут снова Т-50 проявляет свои таланты. На любом другом самолете летчик, погрузившись в черную пелену, рискует потерять машину, оставшуюся без управления. А вот истребитель 5-го поколения в экстремальной ситуации простит человеку и слабость, и даже ошибку, и многие вещи выполнит самостоятельно. Самолет решает 90% миссии самостоятельно, а летчик выполняет задачи либо по поиску целей, целераспределению, выбору оружия для применения целей. Если летчик не хочет этим заниматься, можно вообще всю миссию запрограммировать изначально на компьютере на Земле. То есть запрограммировать вообще всю миссию? Да, можно запрограммировать всю миссию. И применение вооружения тоже? В том числе. То есть выходит, что самолет сам находит цель, сам строит траекторию, сам устраняет все угрозы, сам выполняет маневр. Летчику остается нажать только боевую кнопку. После чего истребитель сможет автоматически вернуться на свой аэродром. Понятно, что сделать такое под силу только очень умной машине. Полный отказ такой системы в настоящее время – большая редкость, отметил Сергей Богдан. Так как обычно сигналы управления передаются одновременно по 4 каналам. Отказ одного из них или поступление по нему ложной информации – повод для перезапуска. При отказе 2 каналов лучше вернуться на аэродром, подчеркнул летчик-испытатель. При отказе 3 каналов летчик должен перейти в режим «прямая связь», как его называют на боевых самолетах. Пилот управляет машиной вручную. Алгоритм управления становится упрощенным, но полет поддерживается. Опытный пилот выйдет из такой ситуации без проблем, отметил Сергей. Другой возможной причиной мог стать отказ двигательной автоматики. Эта система регулирует режимы работы двигателей Су-57 и подачу топлива. 1,5 часа на спасение. После возникновения аварийной ситуации в 4:14 московского времени, 11:14 по местному времени, пилот истребителя катапультировался. Спустя 10 минут к месту падения вылетел дежурный заводской вертолет Ми-8 поисково-спасательной службы. Готовы были присоединиться к поисково-спасательной операции самолет Ан-30 и еще один вертолет с аэродрома Хабаровск. Но их помощь не потребовалась. Менее чем через 1,5 часа после катапультирования летчик-испытатель был доставлен на аэродром Дземги. Бортовые самописцы обнаружили в тот же день. Они находятся в удовлетворительном состоянии. Как сообщил источник с завода, на самолете было также установлено новое тестовое оборудование, которое передавало разработчикам основные параметры полета и работы бортовых систем в режиме реального времени. Эта информация, вместе с данными черных ящиков, поможет ускорить поиск причины летного происшествия. Точные причины происшествия установит комиссия, которая уже приступила к работе. Самолет еще не был официально передан воздушно-космическим силам и оставался в реестре экспериментальной авиации.
Поэтому, в соответствии с законодательством, расследованием занялся Минпромторг России. По сообщению пресс-службы ведомства, возглавит расследование заместитель министра Олег Бочаров. В комиссию также войдут представители Главкомата воздушно-космических сил, специалисты Объединенной авиастроительной корпорации ОКБ Сухого, Летно-исследовательского института имени Громова и 929-го Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны Российской Федерации. Что ждет серию? Авария российского истребителя пятого поколения впервые привела к потере самолета. В июне 2014 года двигатель одного из прототипов Су-57 загорелся на испытаниях в подмосковном Жуковском. Борт получил серьезное повреждение, но после ремонта его удалось вернуть в программу летных испытаний. В конце ноября заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил, что первый серийный истребитель пятого поколения передадут Министерству обороны до конца 2019 года. По данным источников в военном ведомстве, именно этот экземпляр, самолет с бортовым номером 01 «Синий» и заводским номером 510-01, и разбился под Комсомольском на Амуре. Истребитель Т-50, который получил бортовой номер 1. Вот она, единичка. 29 января 2010 года в Комсомольске на Амуре состоялся первый полет первого в нашей стране истребителя пятого поколения. Кстати, эта машина до сих пор летает. Ну, это рождение. Это рождение, это всегда очень волнительно, это трепетно. Вообще, вспоминая этот день, я как бы отмечаю два момента, особо мне запомнившихся из моих впечатлений. Первое – это, конечно, очень сильное волнение, особенно когда самолет оторвался от земли и удаляется, и ты понимаешь, что ты уже ничем не поможешь летчику, и все теперь зависит только от него и от того, как мы подготовили технику. Ну и когда все это заканчивается, это огромное облегчение. Я даже не помню, ощущал ли я радость. По-моему, это вот сразу перешло в такую усталость. Но, наверное, это и есть то самое приятное состояние, в котором человек пребывает, когда сделал большую работу. После посадки мы идем навстречу с летчиком-испытателем Сергеем Богданом, чтобы узнать, почему в прошлый раз, когда он садился на машине под номером Т-51, то есть на единичке, почему в тот раз он не выпускал парашют, а сейчас выпустил. Единица – это именно машина аэродинамическая, и она была создана под испытания на предельных критических режимах, на режимы сваливания штопора и так далее. И для этих испытаний специальный самолет оборудуется противоштопорным парашютом. И он расположен именно в том месте, где стоит штатный парашют. Правда, он несколько больших размеров, и поэтому штатного тормозного парашюта на единице нет. Самолет сходит с больших углов атаки, дальше этот парашют отстреливается, и летчик совершает посадку. В случае с Т-50 приходилось нет, использовать нет, этот парашют? Нет, в случае с Т-50 и Су-35 этого не происходило, не было. Но я знаю, когда данный парашют применялся на других машинах, и не так давно. В 2020-м в военно-космические силы должна была поступить еще одна машина этого типа. Серьезно нарастить темпы производства самолетов планировалось в последующие годы. Всего же до конца 2027-го по действующим контрактам военно-космические силы должны получить 76 Су-57, которыми будут оснащены три авиационных полка. При этом
происшествие вряд ли скажется на планах по серийному производству истребителя. Самолет давно отработан, прошел летные испытания и принят на вооружение. А от аварийной ситуации не застрахована ни одна машина. Можно вспомнить, как на этапе испытаний упал F-22 «Раптор». Какие проблемы были у F-35? Это абсолютно рядовая штатная ситуация. Просто будут установлены причины и приняты меры. Серийное производство Су-57 официально стартовало в мае 2019 года. Первоначально в действующей государственной программе вооружений на 2018-2027 годы предусматривалась постройка только 16 новейших истребителей. По личному распоряжению Владимира Путина эти планы были радикально пересмотрены в сторону увеличения. У нас появилась возможность закупить гораздо больше боевых машин. Договорились о том, что закупим за тот же период времени без увеличения стоимости 76 таких самолетов. Большая серия позволила Министерству обороны договориться с Объединенной авиастроительной корпорацией о снижении цены на новейший и самый дорогой истребитель России на 20%. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. На этом все. С вами был я, Камелот Джи. Хороших боев, хороших союзников. Не теряйте веры, друзья, и помните, в молчании хранятся тайны. Самый сладкий звук – это звук тишины.